Партийцы обсудили новые решения проблем сферы ЖКХ. В Москве состоялось заседание Президиума Генерального совета партии «Единая Россия». Оно прошло в режиме видеоконференции, и в нем смогли принять участие представители субъектов страны. За ходом заседания следили заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Железняк, депутат Госдумы Николай Панков, а от Саратовского регионального отделения Владимир Попков. На сегодняшний день в регионах России, в том числе в Саратовской области, активно работает партийный проект «Школа грамотного потребителя», благодаря которому уже более 30 тысяч жителей прошли обучение и повысили свою правовую грамотность по вопросам управления многоквартирными жилыми домами. Участники встречи в Москве предложили новые методы дальнейшего совершенствования законодательства в сфере ЖКХ. Среди них введение уголовной ответственности за подделку подписей в протоколах об общедомовых собраниях собственников жилья, а также совершенствование законодательства в сфере капремонта. Этой проблемой необходимо заниматься и эффективно заниматься можно, только объединив усилия государства, общественных организаций, которые действуют в интересах граждан, в интересах жильцов многоквартирных домов, и социально ответственного бизнеса. Это касается и поставляющих компаний, управляющих компаний.